У тебя есть? Мои? Помни, я надеюсь... Что предложу? Доброго дня! До свидания! Смотрись вокруг. Yeah.
Здравствуй. Могу принести еще. Ты купаешься с умом. Станешь сильнее, чем прежде. Там все?
Эго! Брат Волка, и у тебя голова раскалывается. Ну и ночка. Но нам нужно спешить во Франки. Пьер. Мы готовы плыть во Франкию, а ты как? Я готов. Франкия, край Карла Великого и горечь побед Рагнара, что добыл в Париже много серебра и много бед. А ныне новый король не только ведет франков на бой с норманами, но и засматривается на Англию. Я не позволю этому безумцу пойти войной на нас, а он уже собирает войско. И воронье каркает над Парижем. Вот наша Франкия! И все? А я думал, Карл устроит нам пышную встречу. Поверь, брат Волка, ты скоро испробуешь на себе его радушие. Это дело рук Карла? Мы все тут постарались. Боги. Вот что он готовит Рейвенстоку. Увы. Мы почти на месте. Но Париж на дракарах не пройти. Реку преграждают мосты франков. Мы живем далеко от берега. Отсюда поедем верхом. Остальные пойдут пешком. Нужно ли опасаться засады? Не так близко к воде и точно не ночью. Сигфрид тут славно потрудился. Я прослежу за разгрузкой, а вы поезжайте. Спасибо, Пьер. Да, Эйвор. Нам надо кое-что обсудить, когда я приеду в Миллион. Удачно доехать. Седло! Здесь недалеко. Что я скажу Сигфриду? Он велел мне добыть топоры. Ведь я должна стать Ярлсконой. А я опять не справилась. Не все зависит от тебя, Тока. Ярлам все видится в свете их забот. Мне бы крепкий эль да славный бой. Что еще нужно? Лазутчики франков. Они стали часто тут появляться. Что, по-твоему, это значит, Эйвор? Что, Сигфриду придется потрудиться еще? Сигфриду придется трудиться, пока тут не останется франков. Лазутчики шныряют здесь с тех пор, как Карл вытеснил нас с севера. Он неотступно преследует вас. Ты можешь стать Ярлсконой раньше, чем ожидаешь, Тока. Боюсь, я не создана для этого. Вон наш длинный дом. Почти приехали. Надеялась вернуться с войском.
это наш миллион. Надо найти Сигфреда. Докка, ты вернулась? Надеюсь, все удалось. Когда прибудут те, кого ты привела? Мне нужен Сигфред. Конечно. Ну что ж, ты найдешь его там же, где всегда. О, да. Он стоит над курганами и смотрит в туманную даль. Как обычно, по утрам. Сюда. Наши курганы. Синрик, мой отец, лежит здесь, как и другие. Пойдем. Ты знаешь, здесь царит настоящий покой. Эта земля прекрасна. Если бы только на ней не было франков. А вот и Сигфред. Иди вперед. Он будет недоволен, что я привела так мало союзников. Мне не отступить. Мы почти у цели. Скоро я отомщу за твою Сигфред. Это ты, брат Волка? Хорошо. Ты знал, что это я? Йер предупредил меня. Твой топор... Бесценный союзник. Говорят, и твой топор трудится неустанно. Да, я убил многих, открыто и в честном бою. Как велит нам Один. Так заведено. У нас, но не у них. Франки вытащили ярла Синрика из постели и зарезали, как труса. И даже не похоронили. Просто бросили на съедение зверям. Я насыпал для него курган. Ты хочешь, чтобы я сражался на твоей стороне? Здесь нет сторон. Только долг крови и месть, и Хельхейм для тех, кто разрубит мой топор. Я знаю, что значит долг и месть. Когда придет время, Сигфред, я буду с тобой. Славно. Я надеялся на тебя. А теперь нас ждет пир, и я расскажу, что сделаю с Парижем. Это Видар, самый благородный конь, какого я знал. Бог отмщения? Славное имя. Многие франки нашли смерть от его железных копыт. Он ненавидит их так же сильно, как я. Что за фигурку ты оставил на кургане? Синрик выиграл ее у меня на Кольмьянке, когда мы были детьми. Это Эйктюрнер, что стоит на крыше Вальгалла. Он и мертвым сжимал ее. По ней я и опознал, ведь до него подрались тихие звери.
Это будет величайший набег с тех пор, как Рагнар взял Париж и привел Хорику полные дракары серебра. Мы наполним сундуки серебром, а кубки медом. Кровь и слава! Сколь! Дело не только в серебре, Тока. Он не любит, когда ему мешают есть. Знаешь, ведь Рагнар привез с собой не только серебро. Не только? А что еще? Мечи? Драгоценности? Вино? Рассказ о мертвом святом, защищавшем Париж. Потрясенный Хорик отпустил христиан и казнил своих воинов. Правда? Да, слава в этом немного. Вот день, о котором сказал Господь: я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Язычников убить! Мне нужна голова Сигфрида и еще этого. Соплячку можете отпустить. Кого? Епископ Энгельвин. Нынче славный вечер. Проклятие. Куда удрал Энгельвин? Сигфрид, стой! Что он тебе сказал? Тока, займись ранеными и найди стражу. Они должны были предупредить нас. Я же говорю, он не любит, когда ему мешают есть. Мертвого врага не допросишь. Шальному сердцу нужен зрелый ум. О, славно сказано. Куда помчался Сигфрид? Думаю, за епископом Энгельвином. Сигфрид ненавидит его пуще всех. Это он убил Синрика. Его побратима и твоего отца. Мне жаль только. Все по-прежнему. Нападения даже участились, как ты видишь. Рандви была права. Нельзя, чтобы эта война пришла в Рейвенсторп. Ты что, убедишь короля франков сдаться? Иначе тебе придется перебить всех его солдат. Если мы возьмем Париж, Карл потеряет много солдат. Он это знает. Угроза принудит его к переговорам. Этот клятвопреступник не пойдет навстречу. Да и слово труса ничего не стоит.
Лучше убить его. Дело не в том или ином короле, Тока. Мне нужна встреча с Карлом. Ради моего клана. Может, ты и прав. Но переубеждать тебе придется вовсе не меня. Если ты убьешь Энгельвина, Сигфред поможет тебе в поисках Карла. Вот это речь Ярлскон и Тока. Наши люди дважды выследили Энгельвина в трущобах на юге Парижа. Наверняка Сигфред отправился туда. Я найду Сигфреда там и вернусь, когда Энгельвин будет мертв. А потом за Карлом. Эйвор, сюда, сюда! Пьер, зачем тебе все это? Думаю, мы поймем друг друга. Ты хочешь сладить с франками, что ненавидят норманов, а я хочу денег. Что-то я не вижу связи. Я имею дело с отчаянными людьми, которым опостырил хаос, охвативший Франкию при Карле. Увы, их мало. Верные трону хорошо вооружены, и драться с ними дураков нет. Ты сам не веришь в своих друзей? Я нет, но они в себя верят. Тут ты мне и пригодишься. Помоги им, и я щедро тебя награжу. Странно, ты помогаешь им, но считаешь, что их ждет провал. Кто я, по-твоему? Разве не жестоко лишать их надежды, которой они живут? А еще тут можно заработать. Только дурак от такого отмахнется. Ну, чего желаешь? Что же у тебя есть? Приступим же. Удачи, Эйвор.
Thank you.
Thank you.
Если узнают, пощады не жди. Thank you.
Меня не должны узнать. Накину капюшон.
Yeah.